В Артеме заключили под стражу подозреваемого в совершении серии имущественных преступлений. В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы о том, что неизвестный в подъезде дома похитил велосипед. Сумма причиненного ущерба составила 35 тысяч рублей. 43-летний житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе расследования установлена причастность задержанного еще к трем имущественным преступлениям, совершенным ранее. Так, в августе в течение 3 дней он совершил кражу велосипеда, сотового телефона и денежных средств. Похищенное имущество злоумышленник продал, денежные средства потратил на собственные нужды.